Всем привет! Вы на канале Александра Шалагина, основателя торговой марки Печар. И сегодня я вам расскажу про произведение искусства в индустрии печного производства. Смотрите. Итак, перед вами линейка печей-каминов «Сибирь». Взгляните на каждую печь по отдельности. Создается ощущение, что над каждой из них работал отдельный художник. Например, взгляните на эти стекла. Работа художника номер один. Взгляните на эти стенки. Здесь у нас как будто лепнина. Ну и центральный экземпляр нашей экспозиции, он, конечно, привлекает все внимание на себя. Итак, теперь о технических составляющих. Все эти печи как будто приглашают нас укутаться в теплый плед, взять чашку горячего чая и провести приятный вечер в компании любимой семьи. Все эти экземпляры отличаются объемом топочной камеры. На первый взгляд и на взгляд изнутри. Очевидно, что здесь самый большой, ну а здесь он особенный. Для того, чтобы вам было удобнее готовить, например, в этом экземпляре имеется отверстие для поступления пламени. Но у центрального нашего экземпляра есть функция универсального подключения дымохода. Дымоход может располагаться в центре, вот здесь сверху, либо сзади, если вам удобно. И если дымоход располагаете сзади, то здесь вы тоже можете что-то готовить. Дымоходы у этих печей разного объема. Разумеется, у самой большой печи самый габаритный объем, у самой маленькой самый маленький, да? И самое важное, что я хотел сказать, это несмотря на то, что печи маленького размера, благодаря тому, что они сделаны из чугуна, они обогревают очень большой объем помещения. Например, вот эта малютка может обогреть помещение площадью до 60 квадратных метров. Ну а этот экземпляр 120. У каждой печи имеется привычное отверстие для подачи воздуха. Регулируется оно вот таким образом. Но, как вы можете заметить, сверху есть точно такая же система. Эта система предназначена для того, чтобы стекло было всегда чистое. Так называемое чистое стекло. У этого экземпляра подача воздуха осуществляется вот такими вот изящными движениями. Оп! Ну а внутри топочной камеры есть специальное приспособление, чтобы, не открывая дверку, чистить поверхность. Вы успели заметить, что в каждой печи есть разное исполнение отбойников. Вот здесь сделано в виде арок, здесь в виде пламени. Ну а в самом грандиозном экземпляре мы можем наблюдать вот такие вот элегантные зубчики. Это все необходимо для того, чтобы дрова не выпадали наружу. Ну и на этом экземпляре я бы хотел остановиться поподробнее. Он, так сказать, самый крупный среди всех. И можете обратить внимание, что он напоминает красивую тумбочку. Если даже хотите трюмо, так сказать, прекрасный предмет интерьера. Изящные ножки, как и у остальных экземпляров. И вот здесь сделаны дополнительные стекла, как бы формирующие интересный фасад этой печи. Ну и давайте взглянем внутрь. Здесь мы видим специальный крюк-отбойник, который предназначен для того, чтобы пламя не попадало напрямую в дымоход, а делало своеобразную петлю. Для удобства транспортировки этих печей ножки у каждого экземпляра откручиваются отдельно. Как я уже говорил, каждая печь – это отдельное произведение искусства художника. Посмотрите, как патина в каждом экземпляре придает эффект не только застаривания, но еще и выделяет отдельно контуры изделия. Мы видим, что художник создавал эту печь не просто как функциональный объект, а как предмет интерьера, который дополняет или является доминантой в любом помещении. Итак, мы познакомились с печами-каминами линейки «Сибирь», и пришло время сделать выводы.
Первое главное, что вы должны запомнить, это российский производитель. И его качество не уступает европейским аналогам, а даже в чем-то немного превосходит. Второе. Вся линейка невероятно красивая и впишется в любой, я повторяю, в любой дачный интерьер. И третье. При бережном использовании печью «Сибирь» будут пользоваться даже ваши внуки. Чтобы приобрести эти печи, добро пожаловать в интернет-магазин «Печар». Ну и теперь самое главное. Подписывайтесь на канал Александра Шалагина. Здесь очень много и интересно рассказывают о печном деле. Ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить ни одно видео.